Продолжаем разговор о простых задачах. Сегодня мы поговорим о задачах на сравнение, краткая запись которых будет состоять из подобных элементов, где нам известен элемент А и известен элемент Б. Остается узнать, насколько больше либо меньше одно другого. Разберем задачу. В первом вагоне трамвая было 20 пассажиров. Во втором вагоне трамвая 15. Насколько пассажиров больше в первом вагоне? Попробуйте записать краткую запись и решить задачу самостоятельно. Вот что должно получиться. В краткой записи мы обозначаем, что в первом вагоне 20 пассажиров, во втором 15. Теперь стрелочкой показываем, что нам необходимо найти, насколько больше пассажиров в первом вагоне, чем во втором. Это был вопрос задачи. Из 20 вычитаем 15, получается 5 пассажиров. На 5 пассажиров больше в первом вагоне, чем во втором. Записываем ответ задачи. Попробуйте составить задачу с теми же данными, изменив вопрос задачи. В первом вагоне трамвая было 20 пассажиров, во втором 15. Насколько меньше пассажиров во втором вагоне, чем? Получается, когда мы изменили условия задачи. Обратите внимание на запись краткой записи, что поменялось, и на запись ответа. Попробуйте посоставлять подобные задачи, проговорив, записав краткую запись и решив их дома. Если ваш ребенок справляется с ними дома, то и на контрольных работах с ними справиться. Если вам понравилась эта идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания!